Приветствую! С вами Павел Колесов. Наверняка вы старались, откладывали, пытались инвестировать и следовали сотням других советов популярных финансистов по сохранению денег. Возможно, вы даже бросались в эзотерику, медитировали, совершали ритуалы, занимались аффирмациями для увеличения денежного потока. Но эти способы не сработали. Денег у вас больше не прибавилось, зато прибавилось головной боли от бесконечных подсчетов. Знаете, почему так получилось? Потому что на самом деле деньги приходят, когда у вас есть ценность для этого мира. Если денег вам не хватает, то либо вы себя недооцениваете и получаете гораздо меньше, чем заслуживаете, либо вы себя переоцениваете и не можете подтвердить, что заслуживаете запрошенного. Что мешает вам оценить себя по достоинству? Ограничивающие убеждения, детские травмы, внутренние конфликты, которые сопровождают вас в течение всей жизни. О том, как избавиться от этого мусора и начать оценивать себя по достоинству, я расскажу вам в серии моих бесплатных вебинаров «Формула изобилия». Кликайте по кнопке прямо сейчас и регистрируйтесь на серию вебинаров, чтобы стать магнитом для денег.